Каждый год ко дню рождения Винтпрома команды разных цехов завода участвуют в творческом конкурсе и соревнуются в профессиональном мастерстве. Представляют арт-объекты на заданные темы. В этом году участники размышляли над быстротечностью времени и тем, что в нем имеет истинный глубинный смысл. Проектировали и создавали солнечные часы. В этом году у нас основная концепция вообще праздника нашего дня завода «Вне времени». То есть Артемовский машиностроительный завод «Вне времени». У нас всегда все на высшем уровне, независимо от того, какое время сейчас вообще нас окружает. И поэтому наши сотрудники делали в этом году солнечные часы. И уже исходя из этого, мы весь праздник устраиваем в этой концепции. Результаты авторской фантазии и кропотливого труда поражают. Работы винтпромовцев не просто часы с циферблатом, а настоящие произведения искусства, имеющие оригинальный художественный образ. Цель рассказать, о важности, да и вообще о том, куда мы поставляем нашу продукцию, в какие метрополитены. Особенно он интересен будет для детей, потому что там есть движущиеся части и такой характер несет. На будущее. Чтобы шедевры появились на свет, участникам пришлось досконально изучить устройство солнечных часов и познакомиться с примерами лучших российских и зарубежных образцов. Это было очень интересно, потому что настолько детально ты никогда не разбирал эту тему. А оказывается, чем глубже смотришь, тем больше даже формул для вычисления времени. Хотя вроде бы изначально, кажется, просто поставил гномон и все, и время будет показывать. Нет, там есть формула. Есть такие часы. По-настоящему они находятся в Бразилии, в ботаническом саду Рио-де-Жанейро. Солнечные часы именно вот такого масштаба. То есть это копия один в один. В этом году первое место в конкурсе заняла команда, представившая солнечные часы, которые украшает копия скульптуры «Родина-мать». Победа стала для членов команды приятной неожиданностью. Очень торопились, времени очень мало было, поэтому делали как могли. Импровизировали, конечно, но что получилось, то получилось. Мы рады. Точность в деталях, внимание к мелочам и скрупулезность. Проекты заводчан – это тончайшая работа, в основе которой высокий профессионализм и качество. Каждый из оригинальных арт-объектов, без сомнения, достоин того, чтобы однажды оказаться на аллее Винтпрома. Быть может, когда-нибудь такая появится. Или украсить один из городских парков. Впрочем, кое-где в Артемовском скульптуры заводчан радуют жителей и заставляют их задуматься о вечном.